Welcome, 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 дорогие друзья. Сегодня без музыкальных вставок, потому что я хочу посмотреть ролики, которые Рай, ты выкладывали в течение этого месяца, и я о них узнал реально только сегодня. Ну, можно сказать, даже только сейчас. И не благодаря группе League of Legends или группе Wild Rift или Valorant, потому что там по-прежнему в СНГ комьюнити нет ничего. Обновление 12.6, картиночки нет даже, просто написано обновление Лига Легенд и ссылочка какая-то. Но это ссылочка на патч как раз 12.6. На ТФТ вообще ничего не выложили, забыли. Ну и напоминаю, что у нас на данный момент нет финансирования лиги РФ. И, соответственно, я так понимаю, все эти группы ведет один человек, который просто выкладывает, ну потому что ему, так сказать, горестно за нынешние события. Он это делает бесплатно, поэтому он не выкладывает много разных картинок, как это было раньше. Вот видите, сколько здесь всего было. А просто выкладывает сухую, сукубо информацию о том, что происходит в мире Лиги Легенд. Но он-то все еще живет. Это только в СНГ. Почему-то в группах ВК все это дело умерло, как и умерло, в общем-то, в других местах, связанных с РФ. Но, ребят, Звездный отряд 2022 года, официальный трейлер события. Звездный, звериный, прошу прощения, Звездный отряд тоже есть, но это сейчас у нас звериный отряд, и это любопытно. Давайте посмотрим этот ролик, а потом поговорим о нем. Звериный отряд к бою. В чем дело, док? Я несу быструю смерть. Гнусные болваны. Посмотрим, что ты умеешь. Красота. Стой смирно! Я в тебя стреляю! Пиу-пиу! Зайчик вооружен и очень опасен. Бедный Казикс. Он без скина, поэтому проиграл. Неплохое начало. Ну, дальше уже реклама. Там только музыку, если покайфовать от музыки, по-моему. А, еще в самом конце есть маленький ролик. Давайте покажем. Эй, скелетница, взорвем тут все! Но это создаст неудобства и расстроит жителей. Ну, должно быть смешно. Как пацаны критикуют современность. Это мы смотреть не будем. А Звериный отряд 2022 года. Действительно, скины новые будут выходить как раз с 31 марта. Вы знаете, что Riot поменяли систему начисления фиолетовой эссенции. Теперь фиолетовые вот эти вот кристаллики будут превращаться в эссенцию. И вот сегодня должны вроде как нам всем раздать. С 1 апреля они должны были раздать. Надеюсь, это не шутка. Какие-то добавочные бонусы. Если вы зайдете на аккаунт, то вы там что-то получите. Но самое интересное то, что почему я хотел это вам показать, потому что ролик называется в английской версии Anima Squad. И Anima Squad — это как раз-таки официальное название этих скинов. В русской версии его назвали Звериный отряд. И я не знаю, есть ли в этом какая-то логика. Кто-нибудь расскажите в комментариях, потому что для меня анима никогда не являлась зверями. И могли вам еще показаться моменты, что персонажи говорят стандартными языками. То есть скины неужели без озвучки? Могли сказать, наверное, что русские схалтурили, не сделали нормальную локализацию. Нет, если честно, здесь точно такая же озвучка, точно такая же. What's up, Doc? Используют стандарт без какой-то адаптации и либо изменения голоса. Все здесь персонажи говорят именно стандартными скинами своими. По мне, это вообще халтура просто от самих Riot Games, а локализаторы здесь не виноваты. Ну, кто-то скажет, что ты хотел просто рекламу Anima Squad сделать. Нет, я хотел вам показать другие еще ролики, которых вы не знали. Этот ролик выходил 24 марта, и он представлен для Wild Rift, потому что в Wild Rift появилось два новых персонажа, и это Карма и Шен. Давайте посмотрим ее ролик. И Карма ролик. Шен — это он. 12+. Уходите, если вам 11.
Ну что, вот эти вот чубрики вас напугают, спать не сможете, писаться будете в кроватке. Бэнг! Чёртов Шен с Таунтом. В общем, да и все. Короткий ролик, но очень красочно, как обычно у Райтов. Очень хорошо это получается. И я удивлен, что его нигде не прорекламировали. Я чуть ли не единственный, кто его посмотрел вот в группах. И интересно то, что здесь закрыты комментарии. Видимо, боятся, что комментарии будут «Слава Украине» и все остальное. Wildrift.ru это точно не нужно. Также вышел ролик 29 марта позавчера. Ролик, который связан с скином для Wildrift персонажа Сены. Пси-детектив Сена. Я, честно, этот ролик не понял. И у меня вообще очень такое, знаете, артхаусное понимание его. Сейчас попытаюсь вам его показать, а потом рассказать, что я здесь увидел. А вы скажете, наркоман я или нет. Хотите действительно это услышать, но я все равно вам расскажу, куда бы вы ни делись. Я не знаю, какой посыл закладывали Riot Games, ну или тот сценарист, который нарисовал этот ролик, то что я вижу, это девушка, которая работает то ли в библиотеке, то ли в каком-то офисе, правда, здесь есть камин, и после чего у нее крыша съезжает, потому что время остановилось вокруг, и нам показывают чашку кофе, которая как будто вот с чем-то особенным. И я могу представить, что здесь, а у нее рука тоже в этом всем, она в некотором роде видит как, ну, какую-то энергию, знаете, которую вы просто съедаете. Там, давайте просто будем говорить своими языками. ЛСД, короче, она употребляет, и после этого ЛСД она получила свой приход. После этого прихода появляется довольно интересный момент, в котором девушка, сильная, независимая, понятное дело, Сена все же как-никак, она Шерлока здесь нам изображает, а шляпу знаменитую Шерлока Холмса надевает, и на нее висят, летят ее хобби, на которое у нее нет времени, и нам про это как бы вот прям четко намекает, что она любит музыку, она увлекалась музыкой. Что такое шестеренка, не совсем понятно. Возможно, это как отсылка к тому, что она часть была какого-то большого механизма, но дальше нам показывают, что конкретно забирало у нее все это время, и когда она схватила вот эту вот зажигалку, да, и конкретно мне понравилось здесь. Мне действительно этот момент понравился. Если так и было задумано, она хочет защитить свое хобби. Видите, все музыкальные инструменты и оказывается у нее за спиной. Хочет защитить свое хобби. И в нее летит трамвай, который олицетворяет, конечно же, пробки городские и вот этот вот поток передвижения по городу. То есть это туча времени, которую вы тратите на то, чтобы добраться до работы. Сейчас скажу еще вещи, которые там есть. Вот она убивает вот этот вот трамвайчик.
Помимо трамвайчика, здесь четко прям видно дом. То есть это проблема дома, надо постоянно уборкой заниматься и всем остальным. Она с этим тоже борется. Молодец. И дальше еще прилетает шкаф со всякими документами. Это, видимо, ее скучная, муторная работа, вот из-за которой она, в общем-то, и начала употреблять. Она это все победила. Молодец. И победила благодаря чашке кофе, которая только что здесь пролетела, как вы видите. Опять же, ну, я сказал, что это ЛСД, но будем считать, что это чашка кофе. И эта чашка кофе помогла ей найти себя. Благодаря чему она выбирается из этого замкнутого круга, вот этого вот круговорота, где ей нужно ехать на работу, убираться дома и работать на скучнейшей работе. И она свои хобби забыла, хоть она их и защищала с собой, но она их полностью забыла. После чего она попадает в саму себя и осознает, что главное, это проблема, это время. Время, которое она пытается преодолеть. Прыгает от одной шестеренки к другой. Но находит все же она свой путь. И этот путь ведет ее даже избавляться от хобби. Видите, она увернулась от музыкальных инструментов. Уворачивается от всего, что ей летит. Но не может увернуться лишь от одного. Ребят, она не способна увернуться. Она почти дотянулась уже до времени. Добралась, казалось бы, до времени, поняла, как она будет идеально свое время теперь распределять. Сможет она наконец-то уделить время чему, ребят? Лиге, мать вашу, легенд, Wild Rift. И теперь единственное, что мешает ей, это союзники. Потому что значок был союзников и черная полоска, это просто, ну, луз стрик. Вот такой вот ролик я хотел вам записать. Не знаю, понравился он вам или нет. Ставьте лайки, если вам понравился. Если не понравился, можете написать что-нибудь в комментариях и сказать: Виви, не надо утреннюю наркоманию нам выкладывать. А так всем пока, всем счастливо, увидимся в следующем ролике.